В городе Ряжске Рязанской области полицейские торжественно вручили паспорт гражданина Российской Федерации 95-летнему жителю Республики Казахстан, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Павловичу Седусову. Из-за уважения к почтенному возрасту участника войны полицейские для вручения документа пришли к нему домой. Во время встречи ветеран поделился воспоминаниями о своей полной событиями и трудностями жизни и участии в боевых действиях. Я на американском корабле служил. Материалы учебных кораблей. Эти корабли были американские. Сычанский сектор береговой обороны Сычанского флота был. Ого. Ага. И его разгромили. Сталинград. После демобилизации из рядов советской армии в 1950 году Николай Павлович вернулся к своей гражданской профессии и 52 года отработал машинистом паровозов и тепловозов. Во время разделения Советского Союза ветеран постоянно проживал в Казахстане. Недавно он переехал к близким родственникам в Ряжск и изъявил желание получить российское гражданство. Заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД Оксана Титова и начальник муниципального отдела МВД России Ряжский Николай Гавриш поблагодарили ветерана за его военные заслуги, поздравили с важным событием и предстоящим праздником. Мы поздравляем Николая Павловича и всех ветеранов с наступающим праздником 75-летием Великой Победы и желаем, конечно же, крепкого здоровья. Николай Павлович оказался искренне рад вступлению в гражданство Российской Федерации и от души поблагодарил сотрудников полиции за чуткость и оказанную помощь.